Всем здорова, народ, на канале Бублик Channel. Сегодня с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект, естественно, будет в описании под роликом. Обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Ну а это первый ролик по МТА Провинции с вебкой. Это уже раз в четвертый я говорю, что это первый ролик с вебкой, но каждый раз там все по-разному, все меняется. Короче, не суть, не об этом сейчас речь. На четвертом сервере было мероприятие, довольно-таки крупное, состоящее из целых трех этапов. Первый этап был заплыв на катерах, второй гонка на велосипедах и третий гонка на самолетах. Короче, во всех трех этапах я поучаствовал, и что из этого получилось, можете посмотреть в этом ролике. Также скажите, пожалуйста, ребята, вообще свое мнение напишите в комментариях. Как лучше, с вебкой видосы или без вебки видосы? Потому что я видел комментарий по прошлым роликам по амазингу и говорили, типа, мол, чувак, лучше без вебки, мол, она мешает туда-сюда. И накидайте идеи вообще, может, как-то можно ее по-другому обыграть. А, вообще планируется хромакей, поэтому это во многом исправит ситуацию, но пока имеем то, что имеем. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Идем к 100 тысячам подписчикам, даже говорить это довольно-таки забавно. Но всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, погнали! Да блин, меня в чуваке заспавнили. Да куда тебя? Тут трамплин! Не направо. Не направо. Ты поплыл? Нет. А чё за хрень? Почему нас так по-тупому заспавнили, что типа... Да отстань. А можно как-то быстрее плавать, да, по-моему, через shift? Угу, кликай. Нет, на лодке, я на катере. Раз еще будет. Вроде нет. Можно как-то, я помню, но не помню как. На нахер, я какую-то лину запустил в кого-то. Минус 3. Минус всех обратно телепортировал. Да, блядь, админ какую-то хуйню сделал. Блядь, админ, ну куда? Ну что это? Заебись. Не моя, слушай, не моя. Тут было в районе 100 миллиардов человек. О, все заново начали. Все, поехали. Это потому что я не попал. Поехали, пока Blood, он Blood, Blood, это Blood был, это был Blood. Ой, что за хуйня? Там, знаете, как мероприятие началось? Ни хера не сказали, сказали, вы будете плыть, увидите, там, короче, где увидите, там выйдете, а потом поедете туда, там тоже вы что-то увидите. Вот, а если, ну, не увидите, то как бы пошли вы в жопу. А если увидите, значит, вы правильно плывете. Такой ор. Какой? Блять, хуйню сделал. Не толкайся. Ради всего, ради всех святых яиц на этом свете. Ну почему ты меня столкнул? Святое яйцо. Давай. Давай. Скорость. Ну чуть-чуть. Мне прям чуть-чуть не хватило. Выпустите меня! Ладно, пойду скорость наберу и со 100% вероятности перелечу. Там уже человек 5 точно перелетело. Ну сука, ну это бред какой-то, это невозможно. Я знаю точно, невозможно. О! Получилось! Пока! Всего хорошего! Я выплыл. Сколько радости. Да это вообще дичь была, потому что это капец как сложно. Охренеть. Эти баталии. Словесные. Кибел, буллинг. Еба здесь народа. Ты уже говорил, повторяешься. А, вот платформа. Так, я приплыл. Узбечки. Ой, сколько тут людей, я не знал, что так много перешло. О, трупы. А, нет, это цифры. Лаврентий Деспасито. Блин, на самом деле у меня что с великом сейчас походу проблем было, что в следующем этапе в самолетами, если я, конечно, не отведу. После МПЗ новой клавой. Да, кстати. Доверие. Ну, пожалуйста. Еба. Все, отстаньте, я больше не буду с вами работать. Я устала. А куда ехать? Сколько? Баба. Просто! Что творю? 120 по городу на велосипеде. Ладно, 83, но кого волнует? Все уехали туда, вам никто не поедет в сторону Мирной Сити. Блять. Ага, понятно. Blood. Это дичь какая-то, реально.
Я просто боком еду, я не знаю, я не могу, у меня уже рука устала. Там чувак топил просто, я не знаю, как, я не знаю кто. Вот это хорошо было, еще раз так. Просто что творю? Я на молчаночке просто, так что вы больше разговариваете, а то у меня видос получится, где я весь видос молчу. И просто мои клавиши просто так. Просто как с пулемета. Ой, блядь. Нет, ну кто это придумал? Какой мудак, какая тварь? Ну нет, ну хоть знак бы поставили, ну что это? Заебался клацать, как же я заебался клацать. Алло! Побин, да. Алло. Переиграл и уничтожил. Просто переиграл и уничтожил. Такой цвет красивый. Кто-то из админов поставил невидимую стенку, но я-то... Прошаренный типочек. Просто... Взял и проплыл под ней. Это просто, я просто гений мысли. Отец русской демократии. Бежим. Так. Все, можно выдавать велик? Так, все, админы, я уже на земле, выдавайте велик. Админы, Блад, где Блад? Где мой Блад? Выдайте велик. Выдайте велик, я вас прошу. Выдайте. Ну вам что, жалко, что ли? Ну одну штуку я прошу, я же не всем прошу, только себе прошу. Ну один велик, всего лишь. Это немного. Это реально немного. Всего один. Невидимая стена. За что? А у тебя красивого серого? Оу, сау, брат, цвет делаешь. А велосипед можно также выдать? А то пешком надо, что ли? Что за МП? Да не МП это. Я ж тебе сказал уже, ты токсик на Дане. Так ты игноришь. Да я тебе сказал. Все, подожди, у меня началось мероприятие. Я как-то там? Да. Сейчас приеду. Все, я погнал. Все. Мне вернули. Да хватит бульбулькой. Я не пойму, кто у тебя там? У тебя проходной двор, что ли? У тебя все в твой домофон стучатся? У меня частник, блядь. Кто у тебя? Частник. Что частник? Сейчас я думаю, блядь, какой нахуй домофон. Так а кто там ходит? Ты че тупишь? Это этот саундпад. Или как он называется? Да, выключи, да. Хватит буль-буль-буль-буль-буль-буль делать. У меня видос будет состоять из твоих буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот я, о чем я и говорю, я просто ее проехал. Я себе сейчас... Да ты достал! Да, ну ты где? Я все еще тут. Налево. А, нет, направо. Я просто, я не знаю, я уже устал. У меня миллион кликов за эти пару минут, которые я здесь катаюсь. Как это? Вообще тихо. Заебал. Я в ахуе. Это что за трасса? Я, чтобы вы понимали, я объехал весь Невский, объехал весь мир и приехал в Приволжск через военную базу и еще ебашу по Приволжску. На велосипеде. Не слишком ли дохуя? Дофига. Так, выключите, пожалуйста, мне авторские права не нужны. Как вошла, так и ушла. А веса классно. А в этом? 6. Что 6? 6 дней. 6 дней. Чуть меньше недели. Капец, у меня звезда пропала. Я столько тут катаюсь, что у меня тупо звезда пропала. Я так устал, пожалуйста, где финиш? У меня палец болит. Меня уже чел догнал! Как? О, ты расслабился. А-а-а, смотрите, по встречке надо ехать. Администрация провоцирует на нарушение. Осталось 2 места, лол, прикиньте, мы с чуваком вдвоем летим. У меня цешки скоро будут. Здорово! Артём Рад. Ёпта, как я заебался.
Я упал, мы все поднялись, короче, бегали по Невскому. В итоге я случайно с Невского упал в ебучую канаву и оттуда снова плыл. Опять выплыл, и, а так оказалось то, что я выплыл, прибежал сразу туда, откуда уже поднимаешься на крышу. И все, я получил. 340 с чем-то тоже там. Если у тебя фулл скорость. Нет. А, ну тогда там поменьше будет. Я летел. А приземляться надо там? Интересно. Блин, я прям четко на него летел. Стоп, будет выбывать по одному участнику. Это, блин, это сколько у нас? 10 контрольных точек будет? Это вообще жестко. Нет! Уйди! Уйди! Неплохо, я на тебе приземлился. Алло! Взяли админа, скинули. По-моему, подождите, можно же не приземляться, можно же просто с парашютом сюда спуститься. Вы, по-моему, так писали, нет? А ты уверен, что... А, да. А, нет, все понял. Так, ну, тут на самом деле принцип простой. Нужно летать... Блядь, я сейчас последний, походу, вылечу. Здорово, пацаны! У нас участник один. Ура, с кайфом. Сейчас снесет! Сейчас снесет! Фига он будет! Я вот здесь встану, вот так развернусь и вот туда взлечу, в сторону МС. Так, ну что, у нас получается... А, ладно, давайте я отсюда. Спасибо. Ну да, отсюда же легче взлетать. Троллю админов. 24/7. Тигр. Так, все, ладно, главное сразу взлететь и предположить, куда мы полетим. Ну, скорее всего, в сторону Приволжска куда-то ебанем. Наверняка на стадионе они сделали еще точку. На месте админов я бы сделал точку на стадионе. Блять. Вот, кстати, хорошо. Вот если бы я сейчас не поменял управление, я бы сейчас не взлетел. Что я могу сказать? Такие мероприятия чисто для людей, которые уже довольно-таки давно играют на провинции и... знают местоположение, потому что чувак, который здесь, блин, каким-то чудом дошел до третьего этапа с самолетом, и он не знает позиций, у него нет шансов, вообще никаких. То есть, такой человек не пройдет. Даже если он за кем-то будет лететь, все равно эти постоянные сомнения, туда, не туда. Поэтому да, но на самом деле респект. Респект четвертому серверу за такое мероприятие, это очень круто. А да, довольно-таки необычно, я очень давно такого подобного ничего не проходил. Вот оно. Так, я приземлился, я все молодец, я пришел третий, ну как и предполагалось. Вот так вот я полечу наискосок. Но мне кажется, в сторону Привы надо будет лететь. ВЧ. Ну, в принципе, я как раз, по-моему, на ВЧ и летел. Да, да, да. Но они нас гоняют туда-сюда, козлы. Они прям не щадят. Надо приземляться. Ага, вот сюда все вижу. Я приземлился. Просто хаос начинается. Но я первый приземлился. А, Артем Салавар. Ааа, блин. А я первый. Долетел. Я долетел, в смысле, я тут. Долетел, я вообще-то первый здесь оказался. Ну заебись. Я извиняюсь. Подожди, отпусти меня, отпусти меня. Да поверни! Ладно, пусть летит. Пропустим его. В итоге я последний взлетаю. Ну похер, я все равно собираюсь лететь в сторону Приволжска. Но! Сейчас я иду, скорее всего, ва-банк, потому что если нам не в сторону Приволжска, то я проиграю. Будет просто идеально, если сейчас в сторону Приволжска, потому что я пиздец. Я шестой. Или пятый, сколько у нас осталось. Дамба находится... Эх, хуй знает, где она находится. По-моему, это... Да господи. По-моему, где Мирный Сити, вот за ним дамба. Но у меня есть только одна надежда.
Если первые, вот эти передо мной, которые двое летят, потому что первые трое 100% долетят впервые меня, но вот эти двое, если они не смогут нормально приземлиться, а я смогу нормально приземлиться, тогда я смогу. Если нет, я проиграл. Вот поэтому, то есть, тут, скорее всего, все сочтено. Я смог! Я смог! Я смог! Жесть! Я последний летел, что за жопа? Я думал, я не успею. Так, ну все, я сейчас, ну я так думаю, я не один, но полетят все в сторону Привы. Если это не подъебка, конечно, со стороны наших администраторов. Господи, только бы меня заспавнило правильно. Хотя я сейчас просто в центр бегу и насрать куда заспавню. Со всех сторон смогу стартануть. Все, ждем. Сейчас будет жопа, конечно. А, вам выдали парашют, это не самолет, вам выдали кроп-дастер. Вот это самолет. Так, ну я, все в разные стороны полетели, что самое интересное. Так, это хорошо, я потому что лечу между ними, а раз все полетели в разные стороны, то я в любом случае, ну, если в какую-либо сторону полечу, то я полечу правильно. Так, я лечу почему-то, вот, в сторону Привы я лечу. Внимание, пожалуйста, давайте, Приволжск, и будет все зашибись. Четко! Просто идеально, просто идеально. Я вот так вот чуть-чуть меняю свое направление и лечу четко на гоночный трек. Только найти бы там потом это место, потому что там куча пространства. Все, все зашибись, все. Главное сейчас не лохануться. Вот оно. Меня вертолет, меня самолет сбил. Прости. Но меня самолет сбил. Я вообще-то приземлился. Ебать. Я в тройке, ребята. Я в тройке. Так, все, ребят. Финал. Это финал. Я в тройке лучших. Это уже много значит. Но я хочу победить. Я хочу выиграть. Итак. Так, сейчас нам объясняют правила. Иначе это будет очень тупо. Снимай, которая точка стадион Приволжский. А я говорил! С самого начала говорил, что стадион Приволжский. Это знак, что я должен сегодня победить. Я сдох. А, мы все сдохли? Да кто за меня врезался? Я тоже вправо поворачивал. А то я летел больше по низу, а вы там выезд набрали, потом начали ускоряться сверху. Так, стоп, подождите. Все сдохли. Я думал, я один сдох. Ну значит вы виноваты. Так, ну значит поляму каждому. А что, а просто реально выдали или что? Я просто вижу в чате, типа, то, что вам выдали парашюты, но это, наверное, прошлое было, да? Там суть в том, что нужно в центр попасть или просто на сам стадион? Вообще приземлиться впервые, если кто-то. Или в центр можно? Это мелкие какие-то огоньки будут? Центр. А, в центре? Все, понял. Попитка номер два. Ну, значит, нам уже лучше набирать. Я просто чуваку дым сзади запустил, чтобы ему жизнь валиной не казалась. Ну, суть в том, что мне нужно быть первым. Ладно, все. Full focus. Мы подлетаем к стадиону. Я выключаю, чтобы самому лучше видеть. Благодаря тому, что выключаю, немного добавляю. Здесь я вот так вот выпрыгиваю. И падаю. Ну, здравствуйте, ребята. Я пришел к вам. А тебе парашют, что не использовал? Я его нажимал, он не открылся. Ага. Я приземлился на парашюте. Ну я нажимал, я не виновал, что он не открылся. Я что, ты думаешь, мне круто сдохнуть, что ли, опять от высоты? Просто в правом наушнике. Ну ясно, заплатили. Можно сразу на самолете, хотя изначально было. Забежать на платформу нужно было. Так что мы здесь. Можно сразу на самолете было сюда упасть. Ой, ору. Ладно. До сих пор в правом ухе слышно, как вы заблатили. Лям! Сюда! Сюда! О, салюты. Итак, ребята. Мероприятие на этом заканчивается. Я занял в нем первое место.
я не знаю, но если кто-то думает, что это блат, то вы просто посмотрите на то, как я это все проходил. Реально, прошло 2 часа времени, и это была полная дичь. Ну, конечно, что думать, это, естественно, был блат, другого тут не дано. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Спасибо 4-му серверу за организацию такого крутого мероприятия. Всем до новых встреч, ребята. Всем удачи, всем пока-пока.